Иметь ухоженную гладкую кожу на своем теле – приоритет номер один для абсолютно любой современной девушки, особенно когда речь идет о нежеланных, весьма ощутимых волосках не только на ваших красивых ножках, но и в зоне бикини. Чтобы решить данную проблему, хочу представить вашему вниманию нидерландской компании боснийской сборки, популярной среди многих девушек, эпилятор торговой марки Philips. Внешний вид устройства особых отличий от большинства девайсов такого типа вовсе не имеет. Он, как и большинство моделей других именитых брендов, также заключен в пластиковый матовый корпус, стыки которого максимально плотно подогнаны друг к другу. К тому же немаловажную роль в комфорте эпиляции играют расположенные с обратной стороны устройства 5 слегка выступающих ребер от общей плоскости модели. Их задача – обеспечить максимально тесный контакт вашей нежной ручки с корпусом устройства, не позволяя ей скользить по эпилятору, даже если она очень влажная. Небольшой размер и малые габариты девайса позволят без труда эпилировать кожу абсолютно любой девушке, так как его слегка вогнутая форма и легкий вес способны обеспечить максимальный комфорт при контакте с вашей ручкой. Несмотря на вышеперечисленный комфорт, основным элементом девайса все же является эпилирующая головка, которая, гармонично вписавшись в общий дизайн модели, подчеркивает ее эргономику. Вот только в отличие от корпуса, стыки которого максимально плотно подогнаны друг к другу, в посадочном месте головки можно увидеть невооруженным глазом небольшой люфт. Но это пускай вас не пугает, так как данная подвижность головки на работоспособность, как и качество эпиляции кожи, вовсе не влияет. К тому же ту самую подвижность образует не что иное, как механизм, отвечающий за фиксацию ее с корпусом. Отстыковывается она от него путем давления пальчика по направлению прорисованных на корпусе двух стрелок. Изнутри широкая эпилирующая головка, состоящая из большого количества пинцетов из нержавеющей стали, представляет собой механизм, преимущественно состоящий из прочных пластиковых деталей, которые дополняют элементы из металла, одним из которых является литая металлическая ось, удерживающая пластиковую шестеренку, приводящую в движение пинцеты головки, которые максимально плотно смыкаясь, захватывают едва заметные волоски на теле, не оставляя им ни единого шанса на выживание. Саму же шестеренку приводит в движение расположенная в посадочном месте головки пластиковая муфта, закрепленная также на металлической оси. Если состыковать ее с корпусом, выглядит это примерно так. Несмотря на то, что вышеупомянутые элементы, на которые приходится нагрузка, выполнены из пластика, они достаточно надежны, чтобы выдерживать длительную работу устройства на протяжении долгих лет. За источник питания эпилятора отвечает только входящий с ним комплект блок питания, длина шнура которого составляет 2 метра. Этого, как на мой рациональный мужской взгляд, вам, девушкам, даже находясь вдали от розетки, должно хватить с лихвой. К тому же данный блок питания способен без труда запускать устройство от сети с напряжением как в 100, так и в 240 вольт. А это значит, данную модель можно смело брать с собой в длительное путешествие или командировку, находясь в любой точке мира. Состыковав шнур питания с девайсом, он получит необходимое для эффективной работы мотора напряжение 15 вольт. А вот чтобы его запустить, вам нужно всего лишь выбрать одну из двух доступных скоростей. Если на вашем нежном теле тонкие волоски, будет достаточно остановить свой выбор на первой скорости. В данном положении дискообразный ползунок обеспечит вращение головки необходимым количеством оборотов, чтобы вырвать даже полумиллиметровые тонкие волоски с вашей нежной кожи вместе с луковицей. А вот если у вас толстые волоски, для лучшей эффективности передвиньте ползунок на вторую скорость. После проделанной процедуры производитель гарантирует отсутствие роста волос как минимум 2 недели. К тому же эпиляцию можно производить как на сухой, так и влажной коже. Чистить головку можно как входящей в комплект маленькой щеткой, так и полным погружением ее под воду. В последнем случае не забудьте отстыковать ее от устройства, так как модель не обладает классом защиты от погружения в воду, иначе если этого не сделать, эпилятор просто перестанет работать. Чего нельзя сказать о входящем вместе с ним комплект в полноценном триммере, который в отличие от эпилятора обладает классом защиты IPX7, а это значит, его можно погружать в воду на глубину до 1 метра не более чем на полчаса. Такого показателя вам хватит с лихвой, чтобы очистить его от волосков, оставшихся после ухода за телом. Насколько заявленный производителем класс защиты соответствует своему описанию, давайте проверим. Что и требовалось доказать, как под водой, так и на суше, он как работал, так и продолжает работать, а это значит, производитель честен перед потребителем. К тому же внешний вид триммера выполнен в форме небольшой рукоятки, оснащенной приятным по тактильным ощущениям противоскользящим силиконовым покрытием. Предназначен он как для борьбы с волосками в зоне бикини, так и в целом по уходу за телом, к тому же использовать его можно как для сухой, так и влажной кожи. По необходимости режущую головку, провернув против часовой стрелки, можно отстыковать от девайса, где вы увидите внутри корпуса рукоятки металлический кулачок эксцентрика
датчика, приводящего в движение пластиковый механизм головки триммера, состоящий из двух рядов самозатачивающихся острых лезвий из нержавеющей стали. Для любознательных девушек сразу хочу сказать, разбирать головку триммера на составляющие настоятельно не рекомендую, так как она не является разборной. В ином же случае, если у вас все же получилось это сделать, поздравляю, вы ее сломали. Фиксируется головка с корпусом в исходном положении. К аксессуарам триммера хочу отнести входящую в комплект насадку гребня, состыковав ее с головкой. Дайте волю своей фантазии, подравнивайте волоски на необходимом участке тела с точностью до 3 мм. За питание триммера отвечает входящий с ним комплект фирменная батарейка формата 2А. Устанавливается на устройство после несложной манипуляции, в основу которой входит разделение рукоятки на две части путем проворота против часовой стрелки. Запускается триммер легким движением на ползунок вверх по направлению лезвий. Все вышеперечисленное можно хранить в большом тканевом мешке, который оснащен стягивающим шнуром и механизмом его фиксации. Подведя итоги, меня как обзорщика модель стоимостью 47 баксов в теории очень порадовала, а вот насколько она радует или печалит вас, девушки, на практике, пишите в комментариях под видео. Таким образом, вы поможете сделать правильный выбор тем, кто с покупкой такого девайса еще не успел определиться. Также не забывайте ставить лайк, а подписавшись на канал, обязательно жмите на колокольчик. С вами как всегда был Леонид, всем пока-пока!